Сан Саныч. Знаешь, Кузя, а ведь это хорошо, что он служит именно у нас. Почему? Если бы он был ракетчиком, то развязал бы ядерную войну. Больше нечего пить. Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть. Привет, колеса прогнали сон. Один говорил, где-то поезд. Другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто. Другой возражал, не дожил. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажиры. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил, задаваться не надо, как сядем в него, так и сойдем. А первый кричал, нам открыта дорога на много-намного лет. Второй отвечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. Первый кричал, куда хотим, туда едем, и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей. И каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей. Это волной, да? Подержи. Вытаскивай. Так, попробуем. Давай. Попробуем его вот так вот протестить. Сейчас сделаем. Вот, вот просто вот. Давай. Вышел. Есть. Расшатал. Ну ладно. Этот, наверное, легко вытащится. Да, легко. На, держи. Включай. Вот это хорошо. Ага. Они все зашли хорошо. Вот, эти три штучки, да? Да, кистевики, это что-то с чем-то. Это кистевой бросок. Да, это кистевой. Попробуй. Вот, вот, вот. Так.
Ну-ка. Нет, вот это. Давай, это вытащился. Вот. Ты его расшатал, поэтому он и выходит. Не, вот так вот его не выдернуть. Вот, ну, конечно. Вот расшатал, так он и выходит. Ну, да. Ну, это кисти бросачек. Так, убедительно. Да. Работка нового броска гарантированная точность, но не гарантированный стук. Сейчас попробуем сложить в кучку. Такая условная, но все-таки. Степочкин! Ну что еще? Степочкин в мишень попал! Что? Что? Прямо в мишень? Не может быть. Алло, что? Не понял, кто попал и насколько попал? Степочкин? В мишень? Господа, я вынужден сделать важное заявление. Наши вооруженные силы вышли на новый стратегический уровень.